Добрый день, друзья! Мы в таком зимнем детском саду. Ангелюша уже дала свою игрушку, да, тигрятам. А сама пошла на сеновал. Да, Ангелина? Пошли к тигрикам. Вон они. Вон, скажи, одному уже побольше. Он такой, любознательный такой. Хочет найти, куда съесть. Алина, у нас наши читатели спрашивают, какие тигрята на ощупь. Они мягкие, как игрушка. Как плюшевая такая, да? Плюшевая. Вот, скажи, как плюшевая игрушка. Ну, шерсть у них как не шелковистая, такая более как пушистая. Сам не спит и второму не дает. Да? Волосатый. Вот такой. Лапа какая. Лапа у нас такая. Лапа, лапа. Огромный. Ну, давай, скажи. Вниз пойдем, скажи, с ними поиграться. Правда, к Ангелине идет. Раз она к нам не идет. Она к нам не идет, скажи, мы пойдем к ней. Смотри, кто тебе пришел к тебе. Мяу! Да? А ей нравится эхо в этом домике. Да? Ой, как эхо раздается. Тут у них есть сено. Да. Вон, скажи, они сели в домик. Топ-топ-топ-топ-топ-топ. Нет? Скажи, это для меня. Да? Не новинка. Да? Пищи. Чего ты пищишь? Чего ты пищишь? Скажи, для меня. Вон, а если вместе, это уже совсем другое дело. Старший братик, с ним тепленько. Да. Смотри, Ангелина, сколько тут сена, сколько тут можно. Да. Беги скорее. Смотри, вот какая палочка тут большая, смотри. Какая большая. Посмотри, тут большая. Садись. И будешь с ними. Давай. Вместе. Опа. Ой, все присело. Нет, скажи. Мне не хочется, мама. Нет. Не хочется. Понесла красоту в массы. Скажи, что они спят и спят. Скажи, спят и едят. Они же еще не бегают. Не прыгают, не резвятся. Скажи, не интересно. Это маме, скажи, интересно. А маме как раз красота. Мама всех любит. И Ангелину, и всех наших зверюшек. Давай, под братика иди, тепло. А братик? А ему не хочется. Прижали его тут. Вот. Давай за ушком тебе. Ой, хорошо. Все любят ласку. А за окном идет дождь. А мы с малышами спрятались в домике. Да? Гурлыка. Будем здесь пережидать, пока пойдет дождь.